Конечно, мы не могли обойтись без мнения наших николаевцев. Каким образом граждане нашего города разделяют свое время, насколько эффективно они его используют, узнавал мастер этого дела Михаил Рябаконь. Как ты проводишь свое время? Из чего состоит твой день? Ой, мой день довольно трудовой. Я просыпаюсь и начинаю, открываю свой блокнот, смотрю, какой у меня распорядок дня, звоню клиентам, либо встречаюсь, либо делаю свою работу. А чем вы занимаетесь? Я декоратор, оформляю свадьбы, оформляю любые события, детские, недетские, взрослые, корпоративы. Всем привет! Друзья, поэтому запоминайте, кому нужно. Да. Собственно, выполняю свою работу, делаю всем все красиво, оформляю праздники. Народ, поднимайте попы от стульев, от экранов, отрывайте свои глаза. Встречайтесь с друзьями, встречайтесь со своими родственниками, не забывайте про них. Больше знакомьтесь, улыбайтесь и радуйтесь весне. Как проводите свое время? Мы сегодня говорим о времени, интересно узнать ваш график. Ну вот, в рабочее время гуляем по Советской. А вот как отдыхаете? Ваше времяпрепровождение, собственно, ваш отдых? Настольные игры с друзьями. А какие настольные игры можете посоветовать? Activity, Элиас, Манчкин, Imaginarium. Я могу продолжать так. Вы профессионалы, да? Вы случайно, вот ваша работа случайно не играть в игры? Нет, случайно нет. Было бы неплохо. А какие у вас, возможно, есть советы людям, которые неправильно проводят свое время? Начать его проводить правильно. Неправильно люди сидят, пьянствуют в различных заведениях. Я считаю, это неправильно. Да. Надо проводить с пользой, да, здоровый отдых, наш и все. Только сидишь с ними вместе и бухаешь. Ну а что, как говорится, не вырезать топором то, что написано пером. Как вы считаете, свое время вы проводите продуктивно? Не всегда. Хотелось бы всегда проводить его продуктивно, но не всегда получается так, как хочется. А что вы относите к непродуктивному времяпрепровождению? Посидеть за компом. Ну да, просто шататься без дела или валяться на диване. Ну, на самом деле, друзья, мы прислушались, играйте в настольные игры и проводите время правильно. Вам хорошего дня. И не пейте алкогольные напитки, не злоупотребляйте. И не пейте алкогольные напитки. Друзья, нам просто фантастически повезло, потому что прямо сейчас мы пообщаемся с молодой звездой, с человеком, который набирает популярность в музыке. Это украинский исполнитель Алексеев. Добрый день. У нас тема нашей программы – это время. Расскажите, как вы проводите свое время? Вроде бы такой молодой исполнитель, а уже такой пафосный. Программа в городе 512. Сегодня говорим о времени. Расскажите, как проводите свой день? Спортивно. А чем занимаетесь? Какой спорт? Хоккей. Серьезно? Где у нас в Николаеве играет в хоккей? На Надежде. Супер вообще. Видите, да. Впервые встречаем в Николаеве хоккеиста. Чемпион Украины 2012 года. О, мне вообще очень приятно с вами познакомиться. Расскажите о тренировке. Как вообще это происходит? Во сколько приходится просыпаться? В 5 утра. То есть у нас в 6 утра тренировка. То есть в 5 утра подъем и сразу вот... Да. Ну да. И сразу на лед. Серьезно вообще. А как летом занимаетесь? Летом? Физически так, бегать. Турники там. А куда вот планируется следующая поездка? Куда едете играть? В Польшу собирались. За границу, да. О, ну мы за вас держим кулаки. Спасибо. Посоветуйте, как вот проводить время людям, которые не умеют его проводить? Как научиться жить правильно, скажем так? Я думаю, что выходить на улицу, больше проводить там, футбол играть, бегать. То есть по-спортивному нужно время проводить? Да, на турниках. Ну, на самом деле, я с вами... Можно с друзьями просто на улицу выйти, подышать свежим воздухом. Главное не сидеть дома за компьютером в социальных сетях, правильно? Убивает. Друзья, не надо убивать себя. Берите пример с настоящих чемпионов, выходите на улицу, играйте в футбол, да просто проводите время с друзьями.
Возможно, у тебя есть советы людям, которые неправильно живут, неправильно проводят свое время? Недавно купил себе телефон, и там есть клевая программа, называется WunderTime. W-U-N-D-E-R-T-I-M, короче. Это to-do-лист интерактивный, который помогает тебе писать цели и потом их закрывать. Ну, и это очень сильно помогает делать больше, чем ты делаешь обычно. Я вот всем советую установить и ставить себе побольше целей, и больших, и маленьких, и побыстрее их закрывать. Потому что жизнь – это не цель вдалеке, а вот здесь и сейчас, и нужно действовать уже сейчас. А вот как ты считаешь, ты живешь сегодняшним днем или ты живешь, ну, вот какими-то грядущими событиями, целями? Нет, сегодняшним днем. То есть, ну, в принципе, я всегда понимаю ту мысль, что меня может завтра сбить автобус, и типа, какая разница, сколько у меня будет денег, если я буду мертвым. Поэтому я и зарабатываю сегодня, и трачу тоже сегодня. Шикарно. Друзья, в общем, наверное, на этом мы закончим, потому что я иду с Валерой. Не знаю куда, но я думаю, там будет здорово. Лошади. Отвалились. Лошади, уходи, как воли не видать. А мы вот так. Ну, пошел. Друзья, игра в домино в Каштановом сквере уже давным-давно стала неотъемлемой частью нашего города. Сколько на это уходит времени у профессиональных игроков, мы сегодня и узнаем. И вообще узнаем, почему именно эта игра стала их любимой игрой. Как часто вы играете? Каждый день играю. Каждый день? Вот, да. Вообще не пропускаете? Да, не пропускаю. А вот какие-то титулы у вас есть уже? Вот сколько у вас побед, чемпионств? Да, много побед. Много побед, а мало проигрышей. О, это отлично. Вы прям как вот Кличко, да? Да, домино. Да, домино, да. А почему именно эта игра? Почему там не шашки, например? Ну, это более коллективная игра, интересно, понимаешь? Когда выигрываешь, стоит толпа и ждет очередь, и это прекрасно. И время убивается, как на пенсионном возрасте. А скажите, как вот много времени вы проводите за этой игрой? До 3 часов. То есть 3 часа можете играть? Да, вот, да, 3 часа, 4 часа, если есть. Выигрываешь, еще больше интерес идет. А вот сколько лет вы уже профессионально, скажем так, играете в домино? Сейчас скажу я. С 10 класса. Это считается около 60. В 60-м году я закончил школу, от 60-го года играю. Друзья, как по мне, бесполезнее всего свое время проводят голуби. Ну реально, это жирные, глупые птицы, которые целый день только делают, что едят. Вот честно, я не понимаю, в чем смысл их жизни. Вот реально, я вот сколько наблюдаю за голубями, они просто ходят и ищут еду. Вот им кинь крошку хлеба, сразу налетит еще 10 голубей, будут сидеть вокруг тебя, пока ты их будешь кормить. Мне всегда было интересно, есть у голубей какой-то лимит еды, который они могут съесть? Мы находимся в лучшем месте на земле, это Николаевский трамвайчик, самый экологичный транспорт нашего города. И сейчас мы совершаем такую прогулку по улице, мы смотрим за горожанами, которые разбегаются, потому что именно мы едем на таком веселом транспорте. Мне кажется, это лучшее времяпрепровождение. Зачем сидеть дома, зачем ходить по Советской, по Соборной пешком, ведь можно проехаться. Тем более с таким водителем, сразу видно, профессионал. Друзья, нам показалось, что Николаев умеет жить, умеет проводить свое время правильно, но пределу нет совершенства. Катайтесь на трамваях, катайтесь на роликах, на скейтах, просто ходите гулять с друзьями и поверьте, ваша жизнь изменится к лучшему. Это программа в городе 512, оставайтесь с нами.